Большая Балашиха Лайф. Новости. В нашем городе продолжается капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, вошедших в региональную программу. Заместитель главы администрации Балашихи Сергей Чабан посетил один из объектов в микрорайоне Павлино, чтобы лично убедиться в качестве проводимых работ, к которым подрядчик приступил в сентябре. Первую задачу он выполнил. Успел заменить до начала отопительного сезона систему теплоснабжения дома. До конца года берем определенные обязательства закончить, наконец-то заменить подвале систему холодного водоснабжения горячего, ну и стояки по квартирам. То же самое. Надеемся, что до конца года успеем. Также в доме номер 37 1987 года постройки в рамках программы фонда капитального ремонта производится замена лифтового оборудования, а некоторое время назад был завершен ремонт кровельного покрытия. Вера Безгина, Виктор Демин, Роман Суслов. Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.